И всем доброго времени суток. Мы снова с вами в игре Amazing Cultivation Simulator. Удивительный мир культиваторов, симулятор культиваторов. Культиваторы с японского языка означают людей, которые продвигаются по пути саморазвития и познания мира. По пути Дао. Дао — это путь развития и познания. Я зашел... Удивительный план разработчиков. Начало, да, у нас. Давно Петерное священное место для нечестивых. Утес дракона теперь возрождается с начертанным на нем злыми законами. Вот этот я прям жду обновления. Злые законы культивируем. Пришло время подняться некогда преследуемым злым культиватором и возродиться храму. Пробуждение мифологических зверей полностью дезинфицирует царство. Культивируя между сектами, назревает борьба, сосредоточена вокруг этих зверей. Шторм, конечно, назревает, по нему мелькает зловещее. Ездовые животные будут... Можно будет оседлать дракона, или уже они есть. Я вот еще не дошли до этого. А для этого надо стать небожителем. Короче, мы половину еще не открыли. Пытаясь отправиться после войны культиваторов, секты теперь стремятся привлечь новую кровь. Вот этого вот еще нет, по-моему. И собрать ресурсы они начали заниматься делами смертных, даже назначили агентов для, да, ведения смертной деятельности от имени. Войны культиваторов, короче, у нас, да, мифологические чудовища пробудились. Короче, тут у нас демоны будут большие, а чудища не маленькие. Сейчас и так уже драконы там, которые шокируют, но... Так, загрузка, Шаолинь наш, Машулинь. Погнали. Я вам расскажу про золотое ядро. И даже в мире, да, когда вы достигали золотого ядра, вы как бы считались мощным магом, просветленным, лучшим бойцом, то есть вы познавали там более высокие науки, знания и тому подобное, но была одна жирная проблема. Дальше золотого ядра вы могли двигаться только к небесам, то есть когда вы должны были вознестись на небеса, где правят император небесный и прочие боги, то есть вы должны были стать божеством. Но чтобы стать божеством, это не так просто, как кажется. Почему здесь валяется? На рынок это... У нас черепахи теперь несут яйца, как бы хорошо. Так, сразу зайдем к лягушке, посмотрим, так, на чем мы там остановились. 25 осколков у лягушки у нас уже есть. Я пока лягушку не качну, я не успокоюсь, блин. Вот это надолго, честно. Откачается животное. Знаете, почему надолго? Я начал с одного осколка, то есть у меня здесь вообще ничего не было. А дорогие животные, у них уже 3-4 заполнены. Может, даже 5 может быть заполнено. Но это очень дорогие животные будут. Я же взял дешевые животные и все, начал с нуля, то есть, создавать. В этом-то и проблема, да? Запах гари у нас наблюдается часто. Деревья. Да, посмотрим, что дают. Добычи, так и забудем нахрен эти деревья. Так, дождь, озеро. Озеро хорошо. Что такое артизинари? Озеро забыть нахер. Наблюдая за работой, за полетом. Вот за полетом бы я хотел, чтобы он повторился, но, блядь, у меня он не повторяется. Неприятность такая. Наблюдая за едой. Так, что там еда дает? Скорости культивации. Это нам точно не надо. Нам надо настроение поднять, множитель наоборот, потому что у животных, если они будут находиться в депрессухе, короче, у них при перерождении они превратятся в злое существо. А если они будут счастливы, все у них будет зашибись. Так, вспомнил, как руда, там секретная защита секретного тела. Слушание музыки, так вот это запомним. А вы не сможете положить обратно его позже. Ну и чё? Я хочу его запомнить. Наблюдаю, сидя. Опять у нас повторяется. Продолжительность. Смотри-ка. Вот это вот крутое воспоминание. Это очень крутая вещь, блядь.
Но я уже одну удалю, зря. Немного боюсь, нам не надо. Так, восхищенные. Ладно, давай думай дальше. Немножко ускоримся. Подожди, да ускоримся просто. Поставим, давай проверим всех наших. Юцюань, чему-то у нас можно учиться. Так, у нас бамбук жрет. И пусть жрет. Ладно. Джай Юцзинь, как ты там у нас? Ты у нас разом тренируешь. Так, она у нас идет на мигрецию. Ей там чуть-чуть осталось. Пускай идет на практику. Настроение у нее зашибенное. Настрой тоже зашибенный. А, психика, вернее, психическое состояние 87 в гармонии находится. Ци у нас переполняет. Давай-ка кого-нибудь очистим разум. Чтоб нам меридианы нахрен не разорвало. Так, кому можем очистить разум? Давай вот этому товарищу Чан Кунгу, или он там. Так, как у него настроение? Качество уровень. Так, внутренний. Настрой. Настрой у него положительный. Вот здесь смотрим настрой всех учеников. Здесь нормально. Сейчас отлично. Вот этот хреновый настрой. Ты где находишься? Кушаешь? Плохо тебе. Сейчас мы тебе поможем. Так. Хонг Юшу. Что Хонг Юшу путешествует? Янь Вань у нас спит. Также тренирует разум. И что у нас по практике? А мы можем попробовать пробиться, но... Пробиться у нас ни хрена не выйдет, потому что у нас инь-янь хреновый. Погода, кстати, ничего так. Сезон. И мы, по-моему, деревяшками, да, орудуем. Да, мы орудуем деревяшками. Погоди-ка, нам бы ци увеличить вообще. Знаешь что? Тренируй-ка вот этого. Нам бесполезно сейчас что-либо здесь пытаться прорваться, пока у нас не будет священного дерева или дерева феникса. А Гиин ментально нестабилен. Где он у нас? Я ж тебе должен. А, ты идешь на разум, да. Ну-ка, где ты? Играет, сидит. Гиин. Что у тебя, кстати, по внутренностям у нас артефакт земли? Ты тренируешь у нас... Металл, да? Земля поддерживает металл, мы это помним. Из оружия у тебя, кстати, вот этот выбрось нахрен каку. Так, темная сталь, меч у нас металл, отлично. Тут у нас дерево. А что подавляет у нас, погоди-ка? Металл подавляет огонь. Нам огонь нахрен вообще не нужен нигде рядышком. Угу. Так, посмотрим, что у нас там. Тут все неплохо, в принципе-то. Но нам надо практиковать, когда у нас психика восстановится. Гоин, так, это ты у нас был Лиан Шэнь. Так, Лиан Шэнь у нас это ученичок. Ученичок, которого мучает кошмар, бедняга. Закошмарили его. Лиан Шэнь, иди работай. Кошмары не будут тебя мучать. Тусклый свет. А где ты? Угу. Грязно, тусклый свет. Тут, короче, фонари хочет. Хочет прям фонари. Комната обычная, облачная. Облачно это ему настроение портит? Так, настрой отличный. Отличный. Конг Юшу услышал... что рядом с горой Люциан есть несколько ужасно интересных мест, поэтому решил отправиться на экскурсию. Пошли. Найдено новое местоположение, деревня Люциан. Так, мы нашли деревню Люциан. Где у нас? Не вижу никаких деревень здесь. Видите, мы уже от карты побольше открыли. Горная могила, полная луна гора, кстати, я что-то ее не видел. Целебные травы, просто дерево, да, здесь. Руины Тая, мы там не все собрали еще, черный пляж. Тут для приключений само то, вот она, деревня Люциан, это, по-моему, там шарится Куан-Тю. Деревня Люциан, нефрит, сущность нефрита, сущность камня, бля. Так, туда идет в приключение у нас...
Кто у нас самый такой скучающий был? Go in. Так, опять раз туда сходи. Тонкого пути храм. Погоди, это мы так назвали, что ли? Ни хера себе. Сколько у нас там? 110 человек поклонников. У нас самая такая непопулярная религия нашей секты. Никто нас не хочет поддерживать. Просто гады. Так, с этим мы потом разберемся. Там, чтобы тебя поддерживали, надо решать проблемы. То есть мы должны зациклиться где-то, вот, выбрать место, да, где побольше людей. Несы храм, наверное, нет. Ну и вот здесь вот нажать вот эту галочку. И также сходить туда можно в приключения. Если мы ставим эту галочку, хотя тут да, никого нету, значит мы пристальное внимание на это место, которое увеличит частоту политических событий. То есть политические события будут часто возникать. Это позволит вам увеличить количество учеников, которые будут посещать ваш храм, да, количество учеников. То есть можно вот так сосредотачиваться по очереди на каждом. Go in, ты должен уйти путешествовать. Какой тебе веселиться? У тебя в путешествии все. По замкнутому кругу. Так, что у нас там, кто еще остался? Куан-Цю, Куан-Цю, ты же путешествуешь? А, мы его отправили, да, деревню основать. Так, Куан-Цю у нас деревню идет основывать. Тут хавчик, что-то у тебя настроение упало, дружок. Что у тебя там случилось? Горячо? Где у тебя? Тут горячо. 36 градусов. Нам придется снести этот костерчик. Так, настроение. Что с тобой, женщина, грязная? Чтоб не было грязно, надо ложить плитку, короче, и вот этих кукол оживлять. Gift them Springstones. Can't you some refund and shame your home to return to? Так, ну, подарок, конечно. О. Окей. Так, окей, ладно, давай посмотрим. Дуан Ю. Как тебя звать? Дуан Ген Юй Цань. Дракон Ли. Будет Дракон Ли у нас. Кстати, а где наш Йог? Мать его. Он, по-моему, путешествует, да, нет? Йог. Кто у нас Йог-то, блин, закалка? Хуанг Шу, по-моему, Йог у нас. Так, этот практикует у нас. Где ты практикуешь? Молодец. Что у нас там с практикой? Почти поднялись на мегрец. Чуть-чуть осталось. Ну, чтоб нам психики хватило, 76. Должен хватить еды мало, что нас расстраивает, облачно, блядь. Кто у нас облака умеет разгонять? Янь-Вань, ты умеешь? Нет, кто-то у нас умеет. Душевление. Сел контракт, Кастенстейн демон. А, у нас, кстати, еще контракт на демона появился. Это классное вот это умение, короче, когда это заклинание будет работать, мы сможем запечатывать вот этих демонических существ, которые на нас нападают, либо мы на них нападаем. Но у меня у них молодцы, его надо прокачивать. Янь-Вань. Так, Янь-Вань должна тренировать у нас. 7000 натренировала. Нам надо, чтобы ци увеличить. Так, слишком мало вдохновления. Изучите чудо заклинания созвучия, пытаясь убедить противника прийти на вашу сторону. Это хороший навык. Вот у нас на золотую ядру, видите, сколько всего открылось. Еще здесь половина не изучена. А, сейчас у нас 8000, 12000, чтобы получить глаза реинкарнации. Тренируйте зрение, используя сокрытые методы. Так, ученики злой секты ушли с горы. Ну, пускай идут нахер. Обратите, так, способность заглядывать сердцам окружающих. Короче, повышает восприятие на 10%. Так, вот этот нам надо. Врожденная ци, он должен увеличить ци. Так, трактат о жизни и смерти. Это продолжительность жизни увеличит. Сколько, кстати, у нас там возраст? Я забыл, блин. Это нам не то. Вот, увеличивать максимум ци. Надо 9612, чтобы увеличить. Техника сквозного дыхания нам нужна. А потом вот эту нам нужно достичь каким-то образом. А, он у нас выучен. Что ты, блин? Короче, нам надо увеличить ци, мы сможем использовать нормальное заклинание. Пока мы не можем нормально использовать, потому что у нас ци маленькая.
Наша ЦИ всего 495. Нам не хватает на все эти заклинания. На их мощность. Так, кто-то у меня умел облака разгонять. И этот кто-то, по-моему, умер. Оу. Оу. О май год. Сколько у нас еды? А, у нас еды много. У нас много еды. Мы пока что никуда не торопимся. Быстренько просмотрим, что у нас не хватает. По помещениям состояние. Убогое, да? Убогое состояние помещения. Янь, Вань, ты как там? Натренировал уже что-нибудь? 9000. Ты что так медленно тренируешься? Для вдохновения. Прирост вдохновения зависит от ментального состояния персонажа и его интеллекта. Можно прокачивать интеллект, но некоторые техники надо обязательно смотреть, не требуют интеллект. То есть мы сейчас посмотрим характеристики персонажа. Интеллект. У нас шестерочка всего интеллект. Хреновый. Мы можем прожить до 145 лет. Куинсин, куинсам, риф, так, та-та-тан, тран-тан-тан-тан. Теперь все дает, блин. Агент, элонг, ну так, ясно, короче. Ясно, что ни хрена не ясно. Достижение 44. Отражает общие способности культиваторам. Персонажам с высшим уровнем достижение труднее изучить новые способности. И они страдают от увеличенных затрат на вдохновение. Вот мы сейчас страдаем. У нас достижение 44. Представьте. Закон Шандао недоступен для достижения. Кто-то у нас вернулся. Кто-то вернулся. Нет, это кто-то летает, блин. Что там, лягушку? Давайте лягушкой пока поуправим. Рыбокряка. Ты должен... Нам надо тот, кто летает. Наблюдать. Кто у нас летает? Дерево, фонарь точно нет. Дракон летак. Цяо Сянбай. Давай за мастером понаблюдаем. Очень прикольно проработанная игра. Я считаю, таких проработанных игр я практически не встречал. Я не знаю, сколько человек работает. Жабокряка сама пошла изучать. Молодец. Дракон Ли охвачен вдохновением. Что-то он себе умнучил, дракон Ли. Ари Санри, уровень первый. Сельское хозяйство, короче. Молодец, дракон Ли. Ты что там занимаешься посадками, что ли? Кстати, ну что у нас со складом, блин? Холодильник. Холодильник. Холодильник пустует вообще. Испорченная еда, мусор. Так. Есть такая штука, плавить называется. Мы можем все это плавить. Но кто-то любит мусор, поэтому он может мусор использовать. Мясо тигра у нас валяется нормально. Так, го, надо кому-нибудь подарить его. Или... На, давай продадим. Это дорогая вещь. Так, Гоин услышал, что некоторые предметы при зоне деревни Люциан, которые были полезны для практики. Давай-ка попробуем удачу. Улыбнулась удача. Сокровище, сущность нефрита. Ошибись. Отыскали, короче, в деревне сущность нефрита, пока наши там. Так, жабокряка-то вернулась на место. Нет, не вернулась. Куда, блядь, у нас жабокряка делась? Куанцю вас роблит. Куанцю, где-то у нас Куанцю. А, он у нас это уехал в деревню основывать. Так, Янь Вань у нас продолжает тренироваться и должен был уже достигнуть. Блять, вдохновение идет медленно. Еще 300 надо. Но психика снижается вообще конкретно. А Джай Юцзин у нас ментально тоже подавлено. Но почти достигла мегрец. То есть от слова мигрень, да, у нас? Так, с библиотекой надо будет что-то здесь решить. Так, группа культиваторов Югай. Зашибись, на нас напали нехорошие товарищи. Очень. То есть они не слабые, сразу говорю. Поэтому на них мы отправляем сразу всех наших злобных товарищей. Ну, не злобных, мы вообще добрые. Луцуань, ты тоже идешь сражаться.
Сейчас будет сражение. И еще расскажу. Сражение в Китае, в сказках Китая о великом Ци и монахах, да, они управляют своим артефактом. То есть они поднимают его в воздух, и он сражается. И оружие, и артефакт должны были быть как бы одним целым, но почему-то китайцы разделили, что артефакт – это артефакт, а оружие – это меч, типа там сбоку должен был висеть, чисто для ближнего сражения. Вот у нас, видите, оружие полетело в воздух, и все наши культиваторы нечаянно сдохли. Он умирает? Нет, он не умирает. Так, кто у нас там? Янь-Вань. А, Янь-Вань в бою еще? Янь-Вань, ты будешь их добивать. Ты же лидер. И нам культиваторы, кстати, теперь приносят много полезных фишек. Приносят много фишек полезных. Ягуаи нам чужие не нужны. Посмотрим характеристики. Вот такая зайка там есть. Зайка к нам пришла, попрыгайка. Просто она злобная была, зайка. А живет она долго, зайка. Ей уже 85 лет. Старенькая зайка. С 15 достижениями. На каком уровне она, сейчас посмотрим, находилась. Угу. Она только очищает ци, то есть это начальные культиваторы. Что у нас тут? Кирка валяется. Умирает. И этот тоже должен умирать. Так, так, кто у нас там? Так, это Хью Цюань, так, ищет. Здесь тоже ищет. Пускай они умирают, они мне живыми нафиг не нужны. Кстати, мне кто-то трупы умел поднимать. Очищение разума и овладение душой. Может управлять только одной марионеткой. Мертвое тело. Но у меня почему-то ци снизилось до невозможности. Надо ци 1000. У меня 495 всего в теле. То есть у меня где-то, видимо, были разрушены меридианы, что ли, я так понимаю. Что у меня произошло ограничение ци. Погоди. Вот, что нужно. Сейчас мы вот это вот вкачаем, максимум ци. И ци у нас становится 729. Вашу ж за ногу. Так, нестабилен, пускай идет. Медитирует. Янь-Вань, что ты там за ничем, она там занимается. А, читает. О, улетела. Янь-Вань улетела. Занимается всякой херней, чтобы повысить свой разум. Так, стабилен, нормально. И как у нас... играет на цитре, красавчик. Так, движение ци, можем продвинуться. Ты вода у нас, да? Так, вода у нас это металл. Поддержка металла здесь 50% будет, здесь 60%. Здесь неплохо было бы. Тут холодно, 100%. Сейчас проверим. 89 градусов. Сколько может у нас выдержать наш великий ученик? Так, великий ученик, ты где? Стоп. Температуру, да, посмотрим, сколько ты выдерживаешь. Минус. Минус 22, допустимый, минус 41. То есть минус 289 его... приморозит прям конкретно, поэтому мы будем медитировать там, где есть металл. Металл. Я говорю, икру металл, да? Так, ладно, достижение ци, прорыв. 50%. Ну, чё говно такое, блин? Стоп. 40 было, 40 скачет тут. Скачет, здесь 50%. 50, 50. Может, на складе есть что-нибудь такое у нас, бывает такое... Наводишься, оно раз становится 60%. 70%. Ни хрена здесь не получится. 60% здесь. Иди-ка прорывайся. Так, а какая у нас, подожди, риск? Неудачный прорыв может привести к травме. Бляха-муха. Мы тренируем воду, поэтому нам нужен порошок с пометкой «Огонь». Чтобы испарить вот этот воду. Огонь же испаряет воду, да? Ну-ка. Вода.
А, подожди, что тебя подавляет? Вода рождает дерево, подавляет огонь. Металл рождает воду, подавляет... Так, а тебя земля подавляет. Земля подавляет воду, подожди, здесь же земля вокруг. Что? Нам вообще здесь практиковать нельзя. Остановись. Это уже поздно, да? Блять, мы сейчас себе все травмируем. Всю жопу, говорит, разорвал. Так. Все меридианы на заднице лопнули. Идем в мир и идем покупать. А что тебе там покупать-то надо было, я уже забыл. Так, у тебя вода, вода. Нам надо, что испарит воду. Земля. Нам нужен порошок с пометкой земля. Мир. Так, давай поторгуем с тобой. У тебя есть порошок, ледяной порошок? Вот, излечивает огонь. Если бы у нас были такие порошки заранее, мы бы могли неплохо вылечить погибшую молнию, да? Но я протупил и забыл, что есть такие порошки. Так. Больше мы тупить не будем. Мы поищем, где кто продает порошок с пометкой... А, земля мне нужен. Земляной, короче, порошок. Демонический храм у нас, кстати, открылся. Дикий юг. Так, здесь у нас товарищ идет. На диком юге, да, вот то, что мне нужно, дерево феникса и золотое дерево будет добываться. Это для прорыва огненных магов ровно, чтобы все было. Так, огнемедная руда, вот здесь у нас торговля, чё? Чё у тебя есть? Полное дерево, продаешь 15 штук, пилюля, вот у нас, земли. То, что, блядь, мне нужно. Но у нас хреновые отношения. Так, богосклонность достигла друг. Как с тобой помирить, подружиться-то, блядь? Подарки тебе делать? Чё я могу тебе подарить? Так, это где мы были? Горошу? Да. Горошу обладает пилюлей земли. Как же тебе замазать? Так, подожди, что у нас горошу? Что-нибудь просит? Храм голубого лотоса. Помощь с постройкой, сущность камня. Так. Теперь нам надо найти, кто продает сущность камня. Здесь исток долголетия, спив воды и священный исток, а ты типа можешь увеличить свою жизнь. Так, гора лотоса. Пилюля лето, так, та-та-тан-тан-тан. Вот, кстати, вот такие пилюльки животному позволяют, но стоит такая пилюлька. 250 мы посторговались. А, на самом деле, блин, так, на ком заключим эту сделку, это все. Что? Извините, я говорю, так не думаю. Так не думаю, да? И так ты тоже не думаешь, так? 200 тебе нравится. Так, ладно, подтвердим это. Пилюля металла. Дерево излечивает. Порошок способен лечить внутренние повреждения. Металл, дерево, вода. Вот пилюля пяти ран нам нужна еще. Давай так. Я тебе сделаю подарок. 400 камней духа. Это еще менее полезно, чем пышчинка. Так, я... Так. Кто у нас там? Вечерняя обитель, да? Что-нибудь есть от вечерней обители? От вечерней обители. Есть. Исцелить пилюля земли нужно. Не поверишь. Ты смотри, пилюля земли. Она нам тоже нужна, чтобы исцелить ученика, блядь. Пилюля лета. Что же делать? Ученик, так, секрет у нас, какие у нас, утраченное сокровище. У нас кто-нибудь пошел за утраченным сокровищем?
Смотри, Юцин, ты ничем не занимаешься, иди-ка туда. Сходи. Так, Цейгу Ваянянь, ты у нас прорыв делаешь. 60%. Еще, в принципе, есть шанс, но если он повредится, у нас таблеток нет, понимаете? Алхимик у нас есть, он зашибательский такой. Зашибительский, так, зашибительский. Алхимик, алхимия, алхимия. Так, порошок жил. С пометкой дух. Так, это не то. Придет по или не то. На 7 дней. Нам бы, по идее, способность на 3000 ци увеличить скорость восстановления ци на 6 часов. Это нам не надо. Пилюля закалки. Неплохая штука для этих учеников. Лечение. Не поверите, у нас, блядь, алхимии ни хрена нет. Нам надо какого-нибудь алхимика расспросить. Где ты раз... Это что за... А, это мы совершили торговлю. Нам пилюлю лета принесли. Так, пилюлю лета мы можем... Могли скормить лягушки. Так, где она? Так, пилюля лета. Я преисполнил гнанцы глубокое понимание лета. Еще теть. Мы сейчас летом же находимся. Саймер, да. Соответствующую мысль. Короче, берем вот так вот. Есть. Иди жри пилюльку лета. Хотя лягушка это водяное существо, я не знаю, можно ему скормить такую. Рыбакря, как у тебя там с мыслями-то вообще, что творится-то? Так, мышление. Ну, вообще ничего толкового не придумал, наблюдая, сидя. У нас уже, по-моему, было наблюдая, сидя, наблюдаю. Наблюдая за-за-за у нас лицом на. Запад, на запад. Слушание музыки, блядь. Ци хорошая дает. У нас много мыслей накопилось, 23. Ну ладно, пускай сейчас пилюльку съест, посмотрим, что будет. Может, крякнет наш жабокря, хотя бы узнаем, как это работает. Ци Пайнянь, короче, что-то с ним случилось. Здоров. Ци снизилась. Значит, он сделал прорыв. Да, он сделал прорыв. Молодец. У нас можно будет сделать еще один прорыв, но психика нормально. Ци накопить ему надо. Так, что у нас здесь? 6000. Погоди-ка, ты у нас умеешь таблетки делать же, да? Тайгу Вайнянь у нас охрененный алхимик был бы. Был бы, если бы мы качали ему алхимию. У нас алхимия. Так, он прям весь преисполнен. Тук сезон, херня, закон. Закон, почему закон не соблюдается? Так, проверка. Неудачный прорыв. Странно. Так, надо посмотреть, что у него в этом в инвентаре. А, ну конечно, у нас в инвентаре всякая хрень лежит. Мы же не работники. Так. Вода, вода. И мы вода. Теперь у нас закон должен соответствовать. Нет, не соответствует. Что у нас там, блядь, к воде не относится? Вот я говорил про эти характеристики, да, у животного, когда мы докачаем до необходимого нам. Так, защита, защита. Нам не надо. Так, фэншуй. Погоди-ка, ты где находишься?
Уровень, нет, создатель Цюйгу Вэйнянь. Что-то он там создал с горя. Что это ты там создал? Кей 33, привлекательный уровень ценности 3, нет качества. Ну, пускай. Кто у нас фанатка твоя? Один год. Без письки. То есть мы не знаем, кто ты, да? И внук у нас. Здесь статистика культивирования бонусов скорости. Скорость обучения 125. Он быстро обучается. У нас основные направления повышения скорости. Так, общая эффективность работы. Он эффективный работник у нас. Обязательно надо просматривать вот эти все бонусы. Что он умеет хорошо перед тем, как отправить куда-либо. Либо куда. Ну, как я вот. Я бездумно делаю, а стратегии, да, которые нормально играют по-человечески, они продумывают вообще каждую вот эту вот характеристику, сравнивают, стоит ли им жертвовать этим игроком, стоит ли его повышать в данном направлении или не стоит повышать бонус потребления пищи 100%. Самая тяжелая рыба. Рыбу мы не ловим, пока мы удочки не сделали. Кстати, о чем мы такие дурни? Удочки. Удочки, удочки. Мы можем же сделать удочки. Так, требуется стебель бамбука. У нас 9 стеблей бамбука. Хоть одну давай удочку сделаем. И вот кто-то у нас будет рыбаком, блин. Хоть зимой рыбу будет нам поставлять. Так, цинговая нянь. Так, почему у них у всех ци снизилось? Я вот понять не могу. А нормально же жили, блин. То ли какая-то катастрофа произошла реально. Что у нас такое снижение ци? Так, ты что делаешь? Учит. Кого можешь учить? Это внутренний ученик. А кто у нас там? А, ты путешествует. Все, никого не учить не можем. Так, этот у нас пьет. Здесь также можно наводиться и смотреть, тоже не забываем, что наверху я говорил, это основное, что делает персонаж, и также навестись, посмотреть его характеристики. Энергию, настроение в темноте, настроение 106, нормально, у всех настроение вообще зашибенное. Дракон элитом обидел. Энергия, жажда 38, нормально, голод 84, приключения. Игу Вайнянь у нас страдает херню и, короче, ходит. Потому что он расстроился. Да мы не в правильное место его отправили, по идее. Ну, зато стихи написал. Это Джиан Хун у нас. Джиан Хун чем-то у нас обладает. Он уже ноты чьи-то спер. Настроение у него прекрасное. А если мы продадим это 18 songs, какая-то песня на флейте, музыка, он придумал на флейте. Мраморная кирка, ты у нас кто? А, у нас уже все имеешь, что надо, да? Так, кто же у нас достоится чести? Так, у тебя вообще ни хрена нет. Давай-ка ты возьмешь. Надеть вот эти флейту. Музыку. Ноты будешь изучать их. И заодно наденешь-ка ты кирку. Где он, блядь? Спит. Так, народ у нас веселится вокруг. Посетить гора Лотоса. Цыговая нянь хочет посетить гора Лотоса. Да пускай идет. Пока прогуляется. Не у нас гора Лотоса. Включение. Иди прогуляйся. А то у нас прорваться толком не можешь.
То есть можно иногда увидеть ихние мысли, да, которые в данный момент. Так, давай утраченное сокровище. Тут надо удачу охрененную иметь, чтобы, короче, вот это сокровище утраченное найти. Ничего не вышло. Цейгу Вайнянь у нас путешествует, Гуин путешествует. Все путешествуют, Янь Вайнянь у нас веселится. Занимается. Ну, это веселье у него такое там. У нас работа ведется, это никто не делает. Здесь я поставил бесконечно вроде бы. Так, золото. Нахрена мне золотые доски? Необычные доски, наверное. Кушает. Какая температура у нас в помещении? 33 градуса. Так, один костерчик надо снести, а то им жарко заниматься там. Жара такая лютая. У Цуани у нас что-то вообще растолстел, блин. Что у него там? 109. 109. Разбор ресурсов нефрита раздобыли. Он вообще спит у нас на холоде. Ну что, это нормально это? Какие у него температуры, блядь, вообще? А, он дух, ему похер. Ну, где-то здесь лисичка бродила, я просто я постоянно нахожу и потом теряю. Подожди, ты что, живая, что ли, уже? Так, одежка у нас исключительная одежка. Так, это для наших практиков красная ткань. Красная ткань. Смотри-ка, у нее тут корень лотоса кто-то срезал. Жабокряк, это же должна у нас сажать было что-то там, 24 осколка. Так, что там у нас с мышлением? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вспомнил жужжание насекомых летом. То есть мы одну мысль получили. И все. Заклинание уровень повышенный предел, бонус просветления, осмотр достопримечательности получил. Так, множитель настроения, это хорошая вещь. Скорость истинной ци тоже хорошая вещь. Вот это бы на осмотр достопримечательности надо. Блин, чихание забыть нахрен. Запомнить. Зерцание, переодевание. Подглядывал, короче, интеллект. А плюс 2 будет бонус к скорости культивирования, охрененный. А вот переключенческий бонус скорости полета будет низкий, то есть он будет медленно передвигаться, если мы его куда-нибудь отправим. Созерцание переодевания. Интересно, часто такое можно застукать? Так, осмотр достопримечательности, воспоминания, предложение жизни. Хорошая вещь, слушание музыки. Лицо у нас запад, лицо у нас запад. Дожди. Дождя у нас давно не было, еда. Так, ну мы, в принципе, неплохие мысли составили, нам бы. Так, а кто у нас опять кухню нахрен спалил? Кухню спалили, храм спалили. А, ну почему мне многим напоминает Sims, да, то, что кухня постоянно горит, видимо. Хотя Симпсон, ну не знаю, отношения вообще вроде бы никакого не имеет. Ближе к Римворду. Но иногда задумаешься, да, что-то есть. Поиск удачи. Так, сущность камня нашли, отлично. Что с лишанием, блядь? Ожог, ожог, ожог. А, ну кухня у нас как раз и пищу потерял, да. Надеюсь, что она не тогда сгорела. Кто будет лишание лечить? Джан Хун лечит. Джан Хун всех спасает. Вот это у нас... Он не продвигается, заметьте, но все умеет. Его даже жалко продвигать. Не может спать. Осталось 55 секунд. Погоди, война не подбывала. Мы слышим много всего, что можно было собрать. Собирали тут авик, он собрал. Так, что у нас с этим персонажем? Жарко. Спал на земле. Где это тебе жарко? Наш Джан Хун, у него плащ даже есть, он отличается от всех.
Так, где ты спишь? Ты где ты на земле спал? Ты чё? 50. Ляншень в плохом состоянии. Ляншень, а ты чё у нас повар, что ли? Я не понять не могу. Ляншень, повар, повар. Натуре повар. Так, ты больше не повар. Обязательно смотрим, у кого хреновые значения. На опасную работу не отправляем. Может завалить камнем. Короче, все это. Ты что такое ледяной фонарь? Ледяной фонарь? Я что, здесь ледяной фонарь поставил? Какая-то температура. А, я и специально их оставил, чтобы здесь охлаждали. Хавает, это что-то думает, ходьба. Ляньшень вроде на поправку идет. Он не может работать. Целебные травы принял. Молодец. Ляньшень. Лечится потихоньку. Это кто у нас там опять страдает? Так, замедлимся. Ляньшень. Гетериорат. А, ну это значит, у него писюня нет, да? Инжури детуриана. Он не может иметь детей. Жарко ранен, сильная боль, подавленная. Дай-ка сильная боль. Шрам от ожога, ожог средний, инфекция. 310 секунд, источник, не удалось потушить пожар. Кто долбоеба пустил на кухню? Так, это кто у нас поспит? Янь Вань, ты чё, блин? У тебя депрессуха, что ли? Ну-ка иди тренируйся, блин, так. Гора бесплодная, потому что они что-то замышляют. Так, ученики там замышляют. Так, писюны нас пока не беспокоят, они беспокоят персонажей. А, опять. Так, агент Юхун. Плохо, что вот эта часть не переведена. Так, Very Holding Fasting церемония. Так, гора сотни насекомых был приглашен типа на церемонию. Что он может сделать? Обратиться к другим, например. Ну, блин, надо было камни дать какие-нибудь. Дай-ка я переводчик запущу у себя на телефоне. Можно на телефоне запустить переводчик, фотографировать. Это у меня он был здесь. Фотографируешь, и он тебе показывает. Вот камера, да? Можно навестись, оптимизация. Так. Наведите камеру, да, давай. Наткнулся на силу, и так, насекомых увидел, они держали пост церемония. А, там церемония была. Так, бой. Да, блядь, уже нельзя изменить, да? Я не понимаю, ты кого там творишь, блядь? Практика защита. Юнхун, так, насекомых, инвентарь, холдинг, пластинг, церемония. Короче, он попал на церемонию, и на церемонии нам что-то с харизмой, deal with situation, так, из этой ситуации. Так, абстенс, церемонии, вы смысли? Дерем из минхоз, стабилити, инкрейзи, дерем из минхоз, стабилити, так, изменено. Паника. Гора сегодня на симу. Apple Increased and деревня Змеиный хвост. Что? Часть вот не переведенная, это плохо, блин. Подожди, у нас кто-то вернулся, по-моему, да? Джей Юцин, ты чем тут занимаешься? Вижу, у нас на мигрец никак прийти не можешь. Что у тебя состояние? Спокоен. Иди практикуй. Так, он стартила, яйца несет. Она у нас, по-моему, девочка. Она тут периодически выпукивает нам. Так, жабокряка что-то надумала, я чувствую. Подожди, а почему ты ранен, жабокряк? Тепловой удар. Ты тебя где перегрело так? 28 градусов. Так, наблюдает. А что у нас жабокряк там-то? И сколько это закончится? Полностью восстановится через 36 секунд.
Пиздец. Надеюсь, не на кухню ходил жабокряк. Так, можно прогнать, видите, у меня. 22 секунды. Так, мысли мышления. Ничего нового. 24 мысли. Просто эти же звери, они умирают вообще как не знаю что, блин. А у тебя тут огнемедный флаг стоит, ни хрена себе. Так, движение. Давай-ка мы его, знаешь, куда пока на улицу поставим. Он вообще для зимы был сделан. Так, почерпаем воду здесь. Фэншуй тут нормальный. Тут что-то фэншуй тревожный. Что убирать нахрен, иначе же бакряк у нас шиканется там. Еще надо нам, еще надо. Плохо вот отсюда нельзя удалять. Это надо переместить сюда, потом удалить, забыть ее. А здесь у меня все самое полезное собрано. Красного, конечно, много воспоминаний. Вон цыпок ощущения слушания музыки. Можно забыть нахрен эту музыку. Так, вспомнил рыбу о большом озере. Так, глобальное подавление секретного тела. Давай запомним, нахрен забудем это. Так, наблюдая сидя. По-моему, тут ничего хорошего. Да. Тоже запомним и забудем. Весна запомним и забудем. Воспоминания, потому что у меня уже есть воспоминания, да? Да, запоминаем. Бонус ЦИ поднимется. Отлично, сладко пахнущий. Получил некоторые лицом на восток. Наблюдение за едой, по-моему, у меня было такое. А, заработает за полетом. Плюс 100 приключенческий бонус к полету. То есть он будет вообще молниеносно у нас передвигаться по карте. Скорость перемещения плюс высокая. Наблюдая за работой. Два раза. Так, нам надо отправить его. Сейчас понаблюдать вот за этим товарищем. Как, блядь, на него направить сатана. А иди сюда. Опа, посмотри. Там все равно увидишь, что чувак работает. Так, блин, что у нас страдает, что у него нету писюна. Он потерян. Подожди, а у него, может, был писюн, но он сгорел нахрен. У нас, походу, писюн сгорел. Я вот не помню, был у него, нет. На кухне, короче, прикиньте, потеряли. Конечно, он будет подавленный. Да. 17 секунд назад, блин. Фалос потерял. 0%, в смысле 0%. Летальность нет. Органа нет. Так, а мы же шрамы. Где-то у нас маська была такая, шрамы залечивает вообще все. Сейчас мы ее примем. Может, у нас писюн отрастет. Где он? Порошок истока называется. Старых шрамов ставишь на теле. Давай-ка вот это вот съедим. Порошок истока. Смотрим за Лианшаном. Так, Лианшан, он, смотрите, лысенький такой и уже без писюна. Так, у нас там нефрит собирает кто-то. Лианшан, завязывай болтать, иди ешь порошок истока. Так, вот он его съел, настроение поднялось, шрам от ожога, инфекция, должно было все залечиться. Сколько еще инфекций будет? Исцеление слишком низкое, устойчивость слишком плохая, увеличить исцеление или устойчивость. И дрион батон, подожди-ка. А пилюли исцеления у нас есть? У нас пилюлик-то нет. Так, пилюльков нет. Плоды гинка нету, целебные травы, так. Кости, это блютоляющая целебная мазь мы можем только сделать.
Вдруг у него писюн кровоточит, кто его знает. Так, требуемый осмотрительный вид нефрита после активации заклинания может быть причем в дым прикрепленного человека, будучи обнаруженным, заклинатель может отследить его. Так, найти человека, короче, можем. Слабительное, что у нас лечит слабительное? Вздутие живота, последствия поедания грязи. А, ну когда мы голодаем, вот этот порошок очень, очень ценный, потому что мы там начинаем. Так, она достигла своего лимита. Психоз у нее, мегрец, наконец-то у нас прорыв. Так, железо, так, мы можем железо, качество. Подожди, нам нужно качество где-то, чтобы было просто огонь, бля. А, видите, здесь пишется качество, это когда вот как раз мы на золотое ядро шагаем. То есть мы никогда не узнаем, что там, мы должны смотреть позиции ци и соответствие элементов. Рассудок, инь-янь, закон, сезон, хреновая позиция, бонус ци. Неудачное. Надо выбрать максимально удачное место, да? Так, мы, по-моему, практикуем металл. Да, значит, нам надо то ли сюда пойти. Ну, пошли сюда. Здесь будем прорыв делать. Все. То есть это на золотое ядро у нас. Как только мы мегрец преодолеем, вот у нас пошло, видите, уровень 9, золотое ядро. То есть на 9 уровень сразу перескочим золотого ядра. И как только золотое ядро сформировалось, то есть 9 качества, мы уже дальше тяжело будет двигаться. Нам. У нас будет 2 золотых ядра. Все еще видите, я так же хочу попробовать центральную 8 плюс мульт во время формирования золотого ядра. Есть. Прорыв успешен. У нас еще один товарищ с золотым ядром. Так, все увеличено. И ци у нас 6000 у нее. 6000. Так, что у нас психика нормальная? Тренировка здесь вот. Она практикуется, красотка вообще. Так, молодец. Так, здесь сбор ресурсов. Вот у нас 9 качество. И именно потихонечку копит свой этот супер опыт. Вдохновение у нас у нее небольшое. Вот у нас золотое ядро. Что мы можем открыть? Это выучен, выучен, выучен. Панацея не выучена была. Медитация у нас, да? Вводите медитативное состояние для самосовершенствования, быстро расходы продолжения жизни и выносит так. В обмен на быстрое совершенствование и увеличение максимального объема ци. Бывает, что на некоторые заклинания не хватает ци. Давай так вот замедлимся. Может, на скорости, пока я все это объясняю, там может всякая хрен и туча всего произойти. Чудо, ладонь, поглощение. Поглощайте ци, находясь внутри предмета. Можем высасывать ци из предметов. Вот так. Гоинг вернулся. Ну, надо посмотреть его состояние. Погоди, паузу нахуй поставим. Так, техника дубки. То есть мы сейчас открыли все эти техники. Соберите силу звезды дубки из созвездия Большой Медведицы. Свет дубки имеет внушительное намерение убийства, если направить его в магическое оружие. Можно значительно увеличить мощь артефактов. Увеличивает сила звезды, Sword and дубки, меч, техника дубки, второй меч дубки, третий артефакт, короче, дубки. Увеличивает артефакт атаку. Техника мира из созвездия Большой Медведицы. Короче, созвездие и звездное название. Искусственное мерцание, если направить его в магическое оружие, можно придать ему подвижность, подобно ветру. Ускоряет, короче, оружие. А также три техники. Следующая техника. Соберите с силу звезды Фегда. Созвездие Большой Медведицы. Свет Фегды внушает чувство чести и великолепия, если направить его в магическое оружие. Короче, можно усовершенствовать оружие, либо артефакт, повысить его качество. Техника мегрец как раз. Последний свидетель сезон мегрец. Свет мегрец прямой беспристрастность. Если направить его магическое оружие, можно придать ему невероятную прочность. Это увеличивает прочность. Короче, она у нас может перековывать теперь оружие. Алиут. Угу. Что она делает? Сила. Если направить его магическое оружие, можно пустить его устойчивость. Так. Если направить его магическое оружие, то можно сделать его непобедимым. Мицар техника, да? А, первое это... Техника сама. Второе это меч Мицар.
Третье – это артефакт. Делается непобедимым. Так, и техника Алькадма. Сделает его быстрым, словно молния. В принципе, вот эта техника Большой Медведицы очень мощная. Мантра похищения сердца. Общего запаса ЦИ и 120 лет жизни. Расходует жизненную энергию, чтобы закалить физическое тело, усилить 5 атрибутов. Короче, нам надо до хрена жизни иметь, чтобы вот эту технику использовать. Не дай бог ее использовать случайно. С небольшим возрастом, всегда читайте, что написано, ну, она просто умрет. Количество жизни закончится. У нас количество жизни, надо посмотреть, сколько у нее. Так, можно увеличивать пилюльками, конечно, все это. Вот, на изначальный дух двигаться сейчас будет немножко тяжелее. Немножко, просто охранительно тяжело. Потому что в основном все всегда достигали золотого ядра, а вот на божество, на бессмертного, это было всегда тяжелее идти. Туман войны убирает. Карта один раз. Это что нам дают? Беспрецедентная сила, артефакты, короче, пилюля озарения. Создает божественные пилюли, короче, это можно всех учеников потом быстро поднять. К небес в своем ремесле. Так, здесь что у нас? Изучите чудо, циклический расчет, потом предсказать, что может произойти вместе положительный сил. Так, несколько дней. Ну и, конечно, можно собирать всякие техники и тоже их изучать. Так, пускай она практикуется. Так, вот здесь можно посмотреть преобразование аниумы. Золотое ядро высокого качества, это первое или третье, достигнув высокосортное золотое ядро, означает шанс вознестись к бессмертию, когда первого или третьего качества. Золотое ядро среднего уровня, достигнув золотое ядро среднего класса. Чтобы вы понимали, что такое ядро, всем телом, я говорил, управляет энергией, да, и в середине пупка находится точка дянь-тань, называется китайский. Эта точка аккумулирует все ваши жизненные энергии, да, которые у вас есть для движения вашего тела, здоровья ваше, иммунитет и прочее, и периодически распределяет энергию по телу. Если где-то меридианы нарушаются, да, ну как в китайской медицине, значит, у вас начинает болеть орган, плохое дыхание, там зловонное дыхание появляется, еще что-то, ну какие-то качества поврежденного меридиана появляются. И дянь-тань начинает неправильно обрабатывать энергию, то есть начинаются прыщи там по всему телу вылазить и тому подобное. То есть неумение управлять этой энергией приводит к болезням. Это с китайской медициной то, что связано. Золотое же ядро, то есть ученик в течение там 30-40 лет должен был практиковать практику, да, но так как они в каких-то неведомых краях, да, живут для нас, непостижимых, и все очень быстро, в 20-30 лет они уже достигали золотого ядра. То есть они постигали знания, которые там должны впитываться долгими годами и тысячелетиями. Они это все делали быстро, и энергия в дянь-тане, да, сначала у нас идет сгущение ци, вот как мы заполнялись ци. Мы его сгущаем в этом дянь-тане, и он становится настолько энергоемкий, что все он может выходить из тела в нужном направлении, то есть поднимать оружие и так далее, всякие сверхъестественные способности и тому подобное. То есть как это работает, я объяснил. Долгое объяснение, так. Погнали. Кстати, у нас Гуин вернулся. Ну, что он там делает? Разумом занимается. Так, Гуин, ты у нас кто? Подожди, а где наш этот? Юг. Это Джа Юцин у нас, по-моему, Юг. Ну-ка, Джа Юцин, ты... А, нет. Стоп, Джа Юцин у нас повысилась. Вот он наш Юг. Он Написано, путешествует. Он к Юшу, но зато мы видим, что он действительно Юг. Так, Йох у нас. Йох еще эссенцию зарождения, эссенцию солнца получил. Где-то получает эссенцию стабилен. Надо его было переключить на. А, у него нету настроения. Как же нам выносливость не хватает? Тренироваться невозможно. Надо почитать, что нам дает выносливость.
Он пилюльки какие-то. Либо еда, либо пилюльки. Повышение выносливости. Что он может выносливость повысить? Так, как там вообще Лианшань у нас? С талисманом бегает. Так, а да, у него не было пиписки, я вспомнил. Скучно ему видеть, теперь грязно, кошмар приснился. Слишком жарко для сна. А ты вообще где спишь-то? Чё? А, у тебя тут жарко. 34 градуса, ё-трён батон. Так, давай-ка вот этот камушек отсюда утащим. У вас как тут? 31, тоже жарко. Так, камушек утащим. Здесь тоже камушек утащим пока что. Здесь тоже камушек утащим. И, кстати, вот еще из китайских легенд, да, многие могут задаться вопросом, если вот так вот увеличить, а вы увидите, как будто что-то вот так течет, как вода. Это не вода. Это течет всемирная ци. Энергия. То есть весь мир наполняет эта энергия, как океан. Янь-Вань нестабилен. Янь-Вань. Завязывает тренироваться и делает развлекаться. Янь-Вань танцует. На копье летаешь, да? Так, боли нет, здоровая, с птичками общается. Так, Янь-Вань, ты нам должна это... Пилюльки может тебе принять. Сбор ресурсов. Трактат. Что у нас за трактат? Заклинание. Увеличить силу заклинаний. Лягушка к нам приперлась. А, погоди-ка, давай-ка лягушку повеселим с лягушкой. Пускай они там вместе квакают. Я не думаю, что у нас жабокряка обидится на это. Мужчина-лягушка. Так, что у тебя там со сколками разума? Ничего нового не надумала. Ничего нового не надумала. 20 мыслей еще. 20, и надо будет как-то разгружаться. Так, у нас события в горе Южной. Так, так я переведу, погоди. Хорошо, что можно паузу поставить. Был прекрасный день, решил руководить родом, родами. Что мы можем с родами сделать? Подожди. Обращаться к другим, угрожать другим, использовать сальный навык на решение проблем, это может привести к привлекательности или влияние. Дебаты, розыгрыши точно не можем, и дать пищу, камень. Ну давай, погоди, нет. Социальные навыки, да, мы должны применить. Я так думаю. Чтобы помочь в родах. Она кого тут делает? Очень странная женщина. Так, очень странная женщина. Так, что у нас ушу есть? Я не вань ментально нестабильный. Психическое расстройство минус 25. Сколько оно будет у нас? Слишком много дел, я не могу что сделать. Занимается херней, короче, у него много дел. Так, стоп. Инлайн, так, песчаник. Стоп, стоп, стоп. Мастерство духа у нас появилось. Дерево. Вот это вот мы никак вкачать не можем, да? Здесь 500, здесь 700, а здесь пишу надо. Тыщу, тыщу. Что у нас еще может расширить наша ци? Увеличивает максимум ци. Выучено. Сила заклинаний, души. Стоп. Значительное максимальное количество ци. Вот это нам надо. На золотом ядре 21 тысячу накопить. Ё-моё. Ну, что поделаешь. Ну, у нас несоответствие закона, по-моему, там идет, да? Закон, да, не соответствует. Мы находимся на пути призрака. Приятная температура, обычная комната.
нам надо делать роскошные вещи, а чтобы делать роскошные вещи, нам надо мастеров искусных иметь. У нас пока только у нас один искусный мастер, вроде бы, по характеристикам. Мастер, да, в общении мастер, мастер в бою опытный. Так, цы, новичок. Это огородничество, вроде бы. Это огородничество, а здесь почему у нас... Так. Храм Пурпурного Бога была рядом. Посетить. Мы получили благосклонность от храма Пурпурного. Так. Облако. Неплохо. Также он хороший строитель, мастер. Кулинарии он почему-то новичок, хотя две звезды стоят. Магии хреновые, медицине опытный. Короче, кто у нас индзы готовит на кухне, ничего не сжигает. Так, за игру воянянь, ты, надеюсь, ядрён батон охвачен вдохновением. Получает опыт. Стоп, Цейгу Вайнянь, нам как раз в тебе, по-моему, опыт-то и нужен был. Сколько-то там 40 тысяч? А, не-не. Ну, на Цею 9 тысяч потратить. Хотя она на Цею тратить. Подожди, что у тебя с продвижением к Ци? Ты у нас водная, да, дамочка? 60%. Иди-ка сюда. 70 будет у нас процентов. Ну, блять, холодно там, я не знаю, там себе что-то подморозит. Он, вернее. Как, внезапно засомневался, обычно дисциплинирует третью трудность движения Цинь, содержит ли это руководство ошибку. Только не умри там, надеюсь. Лютый мороз. Чё, как он у тебя? Так, живой, лютый мороз. Прорыва не удалось, да? Удалось. То есть это уже не светится, значит мы выше пошли на ограничение небесами. Дико практикуй. Используйте на кукле. Так, а сколько нам на куклу? А, тоже 1000. Ты можешь ли увеличить свое ци где-то? Что у нас увеличивается? Слишком низкое ощущение. Значительно увеличит максимальную ци. Вот это нам надо. Мы сейчас на сгущение стопы. Кто там у нас посмел? Погоди, а где у нас? Ах ты, священный костер напал! Ах ты ж! Ах ты ж, кто ж у нас пойдет-то? Все путешествуют. Куцуань. Справься с медведем. Смотри, 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 что он нашу реликвию бьет. Так, так, и вот эту реликвию мы можем как-нибудь производить. Так, производить что-то, что-то. Открыть меню продукцию. А мы можем мясо здесь жарить на нем. Босс, пощади, клянусь, я больше никогда не буду много болтать. Это костер, короче. Мы не добили медведя. Ибо нихер трогать наших. А, стоп, 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 стоп. Так, разделку уберем. Мы сейчас к медведя попробуем скормить костру. Пожирает. Можно скормить? Не, нельзя. И какой жирное духовное дерево. Внезапно почувствовал, насколько ему повезло. Короче, в Китае я говорил, что есть такая легенда о том, что некоторые вещи могут приобрести сознание. Ну, в них может селиться дух, и они вести себя как разумные. Но это у нас освещенный костер, здесь чувствующий дух, строение, доступ. Желательно этот костер бы загнать там, где мы практикуем огонь.
Угу. Простой источник огня, по сравнению с дров, которые могут принести свет в окрестности, также можно использовать для простого приготовления пищи. Огонь, земля у него элементы. Я с духами, честно, не занимался, поэтому я не знаю, к чему он приведет то, что он у нас... Стоп, мясо медведя. Знаешь, что костер? Сожрём мясо медведя. Медведя. Надо вот это сделать. Блядь, яйцынь. Опять их пачено. Вдохновением. Погоди, погоди. 8000. Ни корена не продвинулась. Но... Вот сюда. Давай психикой-ка занимайся. Песчаника. Температура 34. Костер удалить нахрен отсюда. Тут потихонечку производится. Дерево. Дерево. Подожди, сколько температура? 30. Снести. Тоже пока снести. Бля, тут 37. С ракет. Удалить. Удалить. В комнате нахрен очистить. Все. Вроде бы. Так, что мы еще хотели? Же бакряку сходить, посмотреть, что у него там. Подружился он с лягушкой. Так, где у нас жопа? Жопу кряк. Жабокряк, а что-то в угол забился у нас в расстройстве. Так, мыслей никаких новых нет, да? Вот плохо. Так, 30 баллов репутации, 300 баллов опыт. Кьюшу у нас там развлекается. Так, наблюдать. За лягушкой. Я могу съесть лягушку? Не могу. Так, а какое у нас состояние? Нормально все? Все нормализовалось, хорошо. Так, уютно ему, уютно. Еды мало. Подожди, а чем ты питаешься? Кто бы это знал? Их. Знаете, что надо? Иногда происходит такая херня, когда ты до хрена сюда добавил. Игра то ли чувствует, то ли знает, то ли догадывается, что ты самый хитро выебанный. По-другому это назвать невозможно. Она перестает здесь генерировать мысли, похожие вот на эту. Хотя бы даже близко. То есть надо здесь всегда держать какой-то запас. Вот с полетом, наверное, придется забыть. Все-таки такая хорошая вещь. Редкая, блядь. Воспоминания у нас 2 должно быть. Осмотр. Лицо на запад. 2. Дождь. Еда. Сейчас есть пойдет как раз. Рыбокрякин, да, каяник сюда. Ну что сделаем? Посмотрю на эту кумбочку. Сценарий. Так, это кто у нас сценарий на коляку? Янь Вань. Янь Вань у нас писатель. А множество просьб о помощи. Да не можем мы ничем помочь. Знаем мы, нас нету ни хрена. Купить это все можно было, вообще было бы прелесть. Так, что за талисман? Защита от холода. Мощный, кстати, талисман. Кто у нас там в холоде-то тренируется? Водные. Ты? А что у тебя там с талисманами? Ну-ка, одень-ка вот этот талисман. Где он? Сейчас мы улучшим его характеристики. Попробуем. Минус 41, да? Нам надо 89.
Так, ну у нас теперь два мощных воина. И мы можем ими ходить золотыми ядрами на войну, в принципе, с злыми прихвостнями. Можем, если очень сильно натренируем их, можем попробовать захватить чью-нибудь секту, разрушить ее, если мы злые, например. Злые джедаи. Я говорю, если бы игру про джедаев сделали в таком сеттинге, да, вот как здесь все. То есть ты тренируешь там ситхов или джедаев. Профита было бы дохрени больше. Кто-то у нас как чмо ходил грязный. Исключительный, ты нормально, да, ходишь? Обычный. Так, увижу. Исключительный, обычный. Что с собой? Гидролюмина таскает. Удивительный предмет. Так, за вами наблюдает практик. Кажется, он не желает вам зла. Где он? Когда кажется, надо поститься. Крови совершенно у нас он пришел. Да, поболтаем с ним. Так, кто у нас там хорошо прокачан был? Твнютый у нас был. Уху, хулянь, блин. Чан Хун. У нас социально продвинутый парень. Разведчик. То есть мы можем его поколотить, в принципе, и ухудшить отношения с его сектой. Я не знаю, где она находится. С кровью совершенно. Я чуть первый раз уже секунду, погоди. Секта, структура, там, тартам. То есть мы его можем просто тупо избить. Так, дракон лис, что с тобой? Зной, грязно, тусклый свет, подавленный. Так, давай наблюдаем, где ты находишься. Дракон ты наш. Тепловой удар. Еще и танцует, да? Он дарахнул ее температуру. У тебя в комнате же не жарко, 28 градусов. Риск теплового удара. Где она? В какой жаре, блядь, побывала? 27. Минус 18. Куда к нам приезжает? Отлично. Мастер, куда ты ехал? Поторгуемся. Худо, кстати, имеет. Видите, вот такой поддух. Можно прикреплять к себе маленьких духов, которые будут. У него третьего качества золотое ядро. Ни хрена себе здесь. 400. Подожди, 4 280 000. Ядрен, батон, это небожитель к нам спустился. Чем торгует небожитель? Так, давай-ка мы к ним попробуем рубашечки все продать. Нам не нужно. Пшеницу купишь? Пшеницу купит. 180 пшениц продадим. Так, песчаник покупаешь? Песчаник не покупает. Дерево не покупает. Мусор хочешь? Не хочет. Го купит. Так, артефакт можем. Центрально 8 полюсов муть. Редкий и дорогой. Так, мы два артефакта, я помню, там скоммунизили. О чем ты его купишь? Ты вообще задешевил. Ой, задешевил. А этот? Привет, нет. Артефакты эти не продам. 475, да, хочешь? Угу.
Пилюля таланта. Так, способна к переработанности увеличить харизму на 30 на 48 часов. Так, пилюля зимы. Это зимой принимается. Белый плод, кстати, нам нужен был. Сколько он стоит? 5000. Трюшки, картошки. 5000. Сколько у нас там? 8000, да? Он нам нужен, этот белый плод, блядь. Конечно, лотос тоже 5000. Мертвые пилюли нам не нужны. Ну, кстати, опять дух черепахи нам привез дешевенький. Ладно, просто давай деньги. Камень духа 475. Подтвердить. Закалка рассеивания. Чё он там, иньяни 9 пределов. Гром. Наткнулся на старейшего храма Пурпурного облака, когда шел по дороге. Атака золотой дыры. Чё, с мозга пошли, что ли? Он поприветствовал Тас, посмотрел на хмурь, едва заметно кивнул. Благосклонность немножко поднялась у нас. При путешествиях. Так, окей. Я предлагаю все-таки, наверное, купить этот белый плод, потому что это популярная задача периодически возникает. А, багровый плод. Так, пилюля земли. Пилюля скрытые угрозы, да? Пилюля огня. Пятиконечный лотос вот у нас просит. Семи убийц. Нам с ними не обязательно дружить пока что. Пилюля огня. Тем более за 5000 камней, прикинь. Этот крест требует небесный столб. Ликвидировать. Это, враг с золотым ядром, представьте. Сейчас надо быть раскачанным пончиком, чтобы выйти на карту и победить врага с золотым ядром. Это нереально. Так, пока черпаем воду. Камень духа на рынок. Так, это тоже на рынок, а то мы купить ни хрена не можем. На рынок. На рынок. На рынок. На рынок. Что-то маловато. Ну ты подожди, это что за деревянная шкатулка? Открыть нахрен ее. Здесь чайник, а почему здесь запрет везде стоит? На использование, это что за... Ну-ка, что там в шкатулке? Пилюли накопления, зашибись. Пилюльки накопления у нас есть. И где эта пилюлька? Кстати, а что у нас с Хайгувая нянь? Вода. Психическое расстройство, ё-моё. Не успел переключиться. Так, как у нас температура? Минус 53 теперь, да? С талисманом. Можно, в принципе, обвешаться. Ух ты, удочка появилась. Кто у нас там охрененный рыбак-то? Ты же, да? Так, талисман, предмет еще один может себя вместить. Дракон Ливифард. Так, горячо. Погоди-ка. И здесь горячо, 30 градусов. Я не знаю, это не сильно горячо. Скучно, обычная комната приветствия. Так, это благоприятный фэншуй. Чат, одежда, изысканная еда, все нормально. Огородие поработало. Стоп. Так, может что-то еще там у нас появилось? Ядру, небесный столб, пилюля огня, пятиконечный лотос, самоубийца у нас с ними, где они находятся? Вот нам с ямой судьбы надо было как-то задружить. Давид с Кунгуни вообще с ними не дружим, да? Пилюля солнца, пилюля жгучего духа.
Можно снижать ей интеллект. Кстати, некоторые техники, напоминаю, наоборот, нужно снижать интеллект. И я нашел для этого пилюльки. Зашибенно. Так, роса зазидания. Что делать? Так, разрушит один из изначальных духов. Вторую шоу пойдет без памяти на 81 день. Излечи все травмы, увеличи каждый из 5 атрибутов на 20. Хотя достижения будут значительно меньше. Каждый человек может принять расу созидания лишь единожды. В противном случае изначальный дух, употребивший он навсегда угаснет и растворится в забвении. Охрененная роса. Погоди-ка, сущий нефрит, а ты почем его продаешь? Я видел, там задание у нас на него было. 100 штук надо купить. Не думаешь, да? Ну-ка, за 10. 50. 50? 40? 51 штучка стоит. А мне надо 100. Тоже 5000, блядь. Каждое задание, короче, как я понял, стоит 5000 камня духа. То есть, если готов сотрудничать с организациями, ну, отношения, да, готовь 5000 камня духа. Ладно, давай пособираем камень духа. Можем собрать. Синесюка, давай нам. Хрена нет. Хрена тут. Песчаника и дерево. Целая туча. Собачка просто задолбается все это сюда таскать. Пшеница, это хрена у нас. Нам надо где-то еще один гигантский склад построить. Так, у нас игрушки-то потихоньку растут. Очень потихоньку. Потом мы можем часть срубить, а часть использовать для овощей. Для фруктов, вернее. Овощей, блин. Так, и надо заняться все-таки плиткой деревянной. Мозаика из дерева, мозаика дерева. Дерево у нас до хрена. Так, 50. 50. Ну, тут будет вполне достаточно. Тут же вот металл прям прекрасно, блядь, качается. Джайцин, ты же у нас металл. Металл. Игру говорит металл. Так, окей. Динсин, что-то подожди. Паузу. Сейчас переведем. Навести камеру на текст. Разом как молния. Так. Трехлетний синин что-то. Проповедь. Пришла идея проповеди. Готовится к проповеди. Пришла идея. Разом как молния. Так, из ямы судьбы хочет прочитать проповедь. Судя по переводу. Мы с ямой судьбы вроде бы не враги. Так, решить проблему. Учеников послать. Ну вот это. Погнали. Так, у нас сейчас сон час. Кто-то веселится у нас. Ну, он крышей дернулся, поэтому веселится. Психика хреновый настрой, хреновый сезон, хреновый закон, вообще хреновый элемент. Одно ци только у нас прекрасное. Может, мы его потратить никуда не можем. Уют где-то он там нашел чуть-чуть. Немножечко уюта совсем. Так, check results. Яма судьбы, короче, они там прочитали. Нам Зусин говорит лифт. Так, та-та-та, давай переведем это. И мы получили, смотри, от ямы судьбы 20 556 фолловеров. Последователи. У них последователи, что ли, отняли? Хреново переводишь.
текст навел, чё? Так, подожди. Сюжет трехлетно обнаружил, что Амас Айнбал готовится проповедовать. Идея пришла в голову, как молния. Подумал, решил все оставить как есть. Усин делает шаг вперед и говорит, по-моему, лучше было бы об этом забыть. Другая сторона была бы немножко раздражена и сказала, из какой ты секты, это не твое дело. Выбор, кроме как оставить. Проповедь прошла гладко, более чем несколько участников решили стать последователями Ямы Судьбы. Последовательность Ямы Судьбы увеличилась. Ах ты, сука! Они, короче, их надо было избить просто. Просто избить. Мы будем в будущем знать, что если кто-то на нашей территории пытается проповедовать, надо в их дубасить. Так, развлекаешься, да? Пошли к лягушке сходим. Так, где у нас лягушка? Мужчина-лягушка. Подожди, жаба-кряка, ты где? 21 осколок. Плохо думается. О чем я говорил, да? Когда здесь все заполнено. Лягушка, блядь. Вообще не думает. Надо ее поводить нахрен. Так, тебе там лучше сейчас за фуцанем понаблюдать. А за котом не будем наблюдать? А давай за могилкой понаблюдаем. Так, это мы сейчас на рынок. Сценарий, может кто-то купит их. Наши книжунцы. Так, невозможно больше получить больше мыслей о воспоминаниях. Что-то у нас жаба-крека что-то освоила. Почему она не может о воспоминаниях больше? Чувствовал, сожалению, как упали цветы. Запомнить нахуй и забыть это. Так, вспомнил, как делать салат. Точно не надо это нам. Так, озабоченные. Лягушка озабочена у нас. Получаем урон от металла и харизма. Харизма повысится. Блядь, хорошая вещь. Воспоминания. У нас два воспоминания. Еда, дождь. Так, блях. Что-то хреново думает наша лягушка. Надо ее погонять везде. Наблюдая за работой. Тоже хорошая вещь. Я не знаю, китайцы такие хитрые. То ли они поняли, что если игрок будет хорошие вещи сюда выбирать, то мысли не будут приходить, чтобы она попадала. Либо нам конкретно не везет с этой лягушкой. Смотр достопримечательности в задницу идут. Так, веселье. По-моему, у нас где-то было веселье, нет? Немножко тревожно. Но забыть. Лето забыть. Прям смотри, как некоторые школы ломаются. Так, точность уклонения. Хорошая вещь. Сокровище называется, да? Может, наблюдая за убрать. Угу.
нас лето-то было два, что ли? Так, чувствовал, что не мог бы из других животных. Кон 0.5, это мы удаляем. Это нам не понадобится. Так, товарищи. Тоже не по... Так, хер с ним. Не сможете установить. Так, иди наблюдай. Вообще куда-нибудь подальше его надо отправить. Чем дальше он путешествует, иди он за камнем наблюдай, тем умнее он становится. Так, именно от мускуру учеников храма Пурпурного облака, которые пришли приветствовать его, стоявшего на дороге. Светская беседа. Так, с Пурпурным облаком улучшили отношения, неплохо. Может, и торговать скоро будем. Такими темпами улучшения отношений. Также Бакрек у нас идет, путешествует, осколки. Так, 13, да, у нас сейчас 14 стало. Что он там узнал? Вспомнил, что земля иногда трескается. То он приколист, что ли? Густой туман. Так, погоди, наблюдай за грибами. У нас дракон Ли. Горячо, где ты находишься? 30 градусов, где тебе тут горячо? Чуть ледяную эссенцию сюда поставить, чтобы было прохладно, да? Поставим в эту комнату. Сейчас что-нибудь ледяную руду, это сильно круто будет. Так, это камень. Порошок иния дает холод вроде бы. Так, какую комнату-то? Я забыл. Там большая комната была. Так, вот у нас психика страдает, да? Кто у нас с низким настроением ходит? Так, где-то у нас дракон-то. Сейчас его настроение поднимут. Так, что ж тебе не хватает? Там мантия, артефакты, исключительная одежда, шедевр, штаны, шедевр. Это как-то нечестно прям. Так, лидер у нас спит, какое у него состояние в комнате? Просто надо проверить густой туман на расстройство. Попрактикуйся. Нам вот это, нам тренировку. Да. Тренировка за тренировкой. Так. Это что у нас? Артефакт. Только заберем его с рынка нахрен. Еще где-то здесь у нас артефакт валялся. Вот он. Из мусора сделан. Центральный 8 полюсов. Муть. Вдруг кому-то пригодится артефакт. Так, Жабокрека, иди-ка, знаешь, понаблюдай за камушками. Удача снизится, не надо нам это. Лицом на восток, блин. Я никогда не думал, что так долго вот эту часть будем делать. Обычно это быстро проходит. Что-то он вообще никогда не думающий лягушка, блин.
Так, наблюдая за едой. Наблюдения все удалили. Нахрен. Двери, двери. Что дают двери? Уровень крафтинга снизится. Так. За дверью понаблюдай. Так, у нас новое событие. Лабора, это что у нас? Я уже забыл опять. Лабор. Так. Руководство по эксплуатации труда. Это было отличный день. Это был отличный день за Айфу Фейхан. Решил контролировать труд. Каким образом он решил это контролировать? Давай обращением к другим. Смотри, везде у нас такая херня. Чё они тут собирают пшеницу? Давай еды дадим. Еду ни разу никому не давал. Восклицательные знаки везде ставятся, когда вот такое происходит. Надо заходить, смотреть везде. Провел, короче, 800, так, пшеницы и песчаника дерева собрал, пшеницы и старание, труд. Так, этот камень духа нам привел. И знаете, что я забыл? Я забыл, что у нас здесь чувак-то основал семи храм, блин. Он у нас вообще не работает. Так, мы можем поставить лесозаготовительный лагерь. И все, что ли? Погоди, а здесь? Только лес? 1000 последователей. Ну, ладно, ладно. Угу. Храм голубого лотоса и гора сотни насекомых здесь обитает. И мы такие приперлись. Стабильность, паника, смертные живут в трудности, чаще доверяют так. Доверяют другим. Население города 51 тысяча. В нашу веру храмашу не все обращены. Так, небесный небоскуд у нас не можем. Тигровая лапа можем. Погоди, стоп, сейчас. Тигровая лапа. Мы можем у тебя купить проход? Можем. Проход за 200. Хорошо, принимает. У нас тигровая лапа открывается. Здесь туманный лес и что-то еще есть. По рукам. Туманный лес, лесу сухая лоза. А здесь, где мы достопримечательность, где мы дадим, она несется прямо вниз, вершина взбирается на горы, и ребята, это громкое, летящий по небу. Можем сходить пошариться там. Мы давно не ходили в приключения. Так, здесь наша деревня. Гора Меса нас пока не интересует. Киноварь можем собирать здесь. Так, как у нас... А, убийцами у нас все плохо. И к небесной ступени мы с ней вроде торгуем. Или густой крови. Так. Обнимание пути, не используя его в 9 режиме, отложить небесную карту на 27 дней. Можно принимать несколько раз. А, небесная кара можно отодвигать при помощи вот этой пилюли.
Но если вдруг ваш UI находится в нестабильном состоянии, так и стоит она, конечно же, это много, ну давай 100. А, это для нее не так уж дорого, 120, 150, я так не думаю, 180, что, 200 что ли? 200 можем купить. На всякий случай, вдруг мы югуаем обзаведемся. Так, пути путешествий учеников из храмов, да, куда они двигаются, где их интерес, то есть где мы можем с ними встретиться. То есть мы знаем, что туда кто-то шастает, а кто шастает, мы не знаем. То есть мы можем в то же место направиться и встретиться с учениками, там поболтать. Это сделано для разговоров, но я пока этим не занимаюсь. А так можно, если вы... Так, какое там, блядь, событие великое... Ручной труд, да. Оп. А. Да, все нормально. Везде пропаганда и ручной труд у нас. Вот так вот мы развиваем постепенно свою деревеньку. Потом я, конечно, все хочу это перестроить. Херам. Вот это вот вообще нахрен отсюда снести. Джанхун, чё Джанхун? Так, а здесь у нас, по-моему, есть продвижение. Ну-ка, идет, практикует. На кроватке будет практиковать, да? Железо, значит, у нас, да, железо. Железяка, железяка. А земля рождает металл. Мы вообще Гуин почему не дали практиковать там, где у нас земля? Стой, 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 стой. Гуин, Гуин. Идет сюда, практикует. Чтобы рождать металл, да? Она должна практиковать. То самое. Так, везде камень, земля. Так, Гуин веселится. Веселится. Там ей было неуютно, я вижу. А теперь идет практиковаться сюда. Все, молодец. Молодец, Гуин, как у нас там идет? Здесь пошустрее идет, да, немного? Так, у нас двое будет большой медведица. А, погоди-ка, я могу тебя взять ученики. Гуин учит. Я могу натренировать то, что сам умею. Да, я ни хрена не умею так. Очистка ци, сгущение ядра. Ну да, в данный момент это есть. Ладно, пускай практикуется. Угу. На артефакты что-нибудь можем сделать. Опа, 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 опа. Ну вот это неплохо, неплохо. Так, мы можем захерачить артефакт. У нас из одежды даже можно артефакт сделать. Из плаща. Сколько у нас цивня? Хрена себе. Погоди, а мы что-то. А. Ну вот это накапливаем. Давай артефакт зафигачим. Так, так, даже из марионетки можно сделать артефакт. Ну, херня себе. Так, артефакт из чего же сделать? Давай из чакрамба сделаем. Он из металла. Может, что-то прикольное получится. Что-то с мужчиной-лягушкой. Тепловой удар. Тебе что, блядь, жарко здесь? 26 градусов. Так, как у тебя состояние? Здоров. И земля от двери у нас опять повторились. Мы их только забыли.
Ладно, пока не будем трогать ничего. Много лишнего удаляем. Хотя бы до 40 доживем как-нибудь. Потихоньку. Так, сущность нефрита у нас 9. Надо всю сущность нефрита переместить на рынок. Смотреть, сколько это будет. Рынок, сущность камня. На рынок. На рынок. У нас от товарища между небом и землей ощущались перемены, когда Виттер так, смотрите, гора Люциан, говорит, там был нужен какой-то древний артефакт. Так, нам надо срочно на гору Люциан, туда сейчас все щеманутся. Гора Люциан где-то здесь была. Приключения. Давай лагерем пойдем. Кто у нас самый удачливый? У нас лидер давно никуда не шарился, пускай топает. Отправим лидера. Так, Чикрам должен появиться. Духовный каменный блок. Сколько их? 42 у нас. А на кроватку для нашей собачки 180 надо духовных блоков. У нас их никто не производит почему-то. Ну-ка попробуем. Так, что там на кишу себе меняет? Истинная, так, настрой, выносливость 46. Не поднимает, интересно, выносливость. Подожди, она заполнена или она не заполнена уже? Блять, а чем по выносливости? Ну-ка, хелп. Хелп. Трансформация животных от превращения. Инструкция есть. Три стадии пробуждения. Должен сначала иметь признание об интеллекте, прежде чем можно будет его обучать. Накормить специальными эликсирами, чтобы начать их просветление. Их можно поймать в дикой природе, а пробужденных же можно купить у сект. А середина превращения. Превращение животных требует, чтобы тело было в состоянии выдержать интенсивные человеческие практики, чтобы они обладали интеллектом на уровне равном человеческому, поэтому необходимо выносливость и склоки интеллекта. А требует мышления каждого типа способности, рациональность, восприятие. Так. Погоди. У нас там нестабильные. Так, синий, зеленый там, ладно. Мысли, мышление, наблюдение. Ну, короче, то, что я объяснял, в принципе. Мне надо тренировка и практика. Физический бой. Мне выносливость, как выносливость повышается. Хаотическая танца, замечательное количество времени воздуха. Запущен время охлаждения тайного тела, снимается, но может непрерывно освобождаться без потребления в течение некоторого времени. Так, бешеная ярость и шансы срабатывания. Это как раз про нас, да? Вот, освобождение атакующего тайного тела. Угу. Так, ручное собрание требует дополнительного потребления синайцы, но атака требует иметь 100%. Ну, то есть мы, тайное тело у нас появляется, эти здоровые кулаки, которые в воздухе все дубасят. Духовные методы. Так, небесные чудеса. Ну, пробуждение мастера. О, про духов. Закон Шиндао, кстати. Даже про Дао закон есть. Настроение культиватора Шандау всегда будет вызывать беспокойство. Ага. Войносект. Исследование мира, создание артефактов, наследие субдухи, вот важная вещь.
Культиватор может разделить свой дух на субдухов. Субдух является важным ресурсом для того, чтобы персонаж изначально духа становился сильнее. То есть там при закалке духа еще будет сложность. Чем выше, короче, поднимаешься, тем сложнее игра становится. Настолько сложнее, что у вас мозг булькнет. Как бы формация, это потом все появится. Внутренний ученик, 5 элементов фэншуй. Фэншуй здания, да, вот здесь вот нарисовано у нас... Большинство зданий классифицированы практически как жизнь, работа, секта, развлечения. То есть это категория фэншуй. Так. Для любого функционального здания. Смотрим не на фэншуй. Функциональное здание влияет на распределение 5 элементов и в его местоположение. Чем более совместим элементарный атрибут здания с его местоположением, тем лучше будет его фэншуй здания. А, положение предметов еще, кстати, по фэншуй. Как они располагаются? То есть мы можем элементы также располагать на карте. Здесь я про это тоже забыл. Почему они так все красиво делают? Так что там у нас Янь-Ваня? Ой-ой-ой. Ох, ты двигаешься вообще. Плохо-плохо. Дай-ка на разум. Ладно. Хелп. Так, ну и надо выносливость. Социальные отношения, здоровье. Так, закрылось. Разведение питомцев, кстати, да, то, что они там яйца нам приносят. Не то это, все не то, все не то. Подожди, а там поиск есть? Ну, хотя навряд ли я по-русски что-то найду. Выносливость. Ну, должны быть пилюльки на выносливость. И, по-моему, талисман у нас должен быть на выносливость. Ну-ка, нарисуй нам талисман. Сейчас проверим. Ну, у нас знаний нет. Ловкость, холод, жара. Истории, невидимость не пойдет. Так, из пилюль что у нас есть? Так, пилюль изготовлен с пилюльками, восстановит истинный облик человека. Нет. Мышцы человека. То увеличит силу, я так понимаю. Чистит рассудок. У нас появился, кстати, этот порошок 5 чудес. А нужна трава духа 164. Ну-ка попробуем изготовить сейчас. Где у нас котел-то наш тут был? Так, кто у нас готовит? Цайгувая нянь будет готовить. Как раз заняться нечем. На цитре решил поиграть. Он тоже движется к тому, чтобы добиться золотого ядра. Он пошел поиграть. Цы сразу половину потратили. Мы сделали порошок 5 чудес, так мне его на рынок надо, кто-то у нас спросил в мире. Порошок 5 чудес. Я помню, было такое задание. По-моему. Пилюли земли. Так, это что такое? Войти на карту, убить врага, изначальный дух. Ясненько. Изначально, кстати, изначальным духом можно бороться еще. У нас есть золотоядерные, сейчас попробуем расходить на карту и угрохать кого-нибудь. Так, пилюли огня,
Солнечный лотос, небесный столб. Вот золотое ядро мы не будем трогать. Не будем трогать. Так, зато у нас есть порошочек. Цайгу Вэньянь. Ну-ка, иди сюда еще раз сделаем такой же порошочек. Алхимия. Какие чудес, сколько там тратит по энергии. Вот этот порошочек будет спасать жизнь в случае травмы. Так, на один артефакт, да, попробуем. Сразиться с золотым ядром, блядь. Яньвань, ну давай. Ну. Яньвань сразился, храм голубого богоскона снизилось, 100 баллов репутации секты. Наземный дракон небес, сердце рубашка мы получили. И Яньвань был ранен, японский город. Яньвань. Что с тобой? Так, нам тут посмотреть, надо нажать сюда. И выбрать Яньваня. Здоровье. Мы не знаем, как он ранен, да? Ладно, ждем, когда он вернется. Она вернется. Мужчина кабан. Кабаны поселились. Я бы лисичку хотел еще заполучить. Она не подходит к деревне вообще теперь. Вам нужно завершить мышление. Какое, блядь, мышление? У нас ничего нету. Не может генерировать мысли. У нас ничего нету. Чем думать, я не понял. А. Пускай думает. Видимо, пилюлька дала там какие-то мысли нам. Так. Кьюцу дискрепс тут стрит стран гивен карнс. Так, да я так это переведу нахрен. Переводчик. Фотопереводчик на телефоне. Отличная вещь. Начал давать мысли прохожих. Они видели человека на странном костюме машинист прохожих. Так, дай-ка мы его побьем нахуй. Кто-то обманывал прохожих, короче, нам сообщили. Так, мы какой-то артефакт урвали, короче. Ну, пришлось еще. Так, дикий юг. Так, отлично. Пшеница у нас. До хрена всего тут насобирали. Камней до хрена. 11 тысяч камней. Грибокрека, ты в каком там состоянии? 390 секунд еще будет думать. Дикий юг, помощь. Ты что там случилось, дикий юг? Вроде все нормально. Это, видимо, устарелая уже информация. Куда это они все ломанулись? На гору вот эту, где соревнования проходят. То есть тут игроки, как я понимаю, могут даже встретиться и сразиться, да? Вроде бы. Видите, тут самые известные и злостные, все из Китая. Ни хрена нету, я не понял. Путник заблудился в окрестностях. Давай посмотрим, что там за путник. Ни хрена, сразу в дом вломился путник. Ему бы не вломить за это, прогнать, убеждать. Что ты умеешь, путник? Готовка.
Бой неплохой оптимист, воин уравновешенный. Слушай, вообще везет нам спутниками. Танцы Мьяо, ты будешь работать на нас. Ой, нет. Тайговая няня путешествует, по-моему, не веселится. Он пишет, ты как там, блядь, меняешь? Темперит флэш, так, это у нас скользящий кулак, типа. Мужчина-лягушка, дикий юг, события в помощь. Опять там что-то, нет, все нормально, это я не удалил. Правой кнопкой удалять, старенькая. Тут еще можно, если наводишься, сколько времени, 4 секунды назад. Вот, Ляньшен перестал работать. Душно, кошмар, грязно, спал на земле, скучно, устал. Прерванный сон. Ляньшень, что с тобой? Ты же просто не имеешь приписки. Единственное, что ты должен, это думать о бытии вообще. Спал он, блин, на земле. А, убогие штанишки у тебя. Давай-ка штаны переоденем. Потому что ты себя получше будешь чувствовать. Штанишки. Так, убогие штанишки. Убогие, слушай, тут у нас убогих, убогие, исключительные, надеть. Тебе даже исключительные штанишки дали. Так, ладно, у нас еще одна го появилась, его надо на рынок. Я надо было нашему товарищу дать. Ладно, фиг с ним. Проживет как-нибудь. Железо у нас, да, охренели ум. Еда пока вроде бы есть, камень духа нам... На рынок. Тоже на рынок. 11 тысяч. Запомни, камень духа на рынок. Камень духа на рынок. Вот он, чакрам, который у нас получился. Сила артефакта 25. И он относится к железу. Кто у нас железо-то любит? Не ты. Вообще артефакты не нужны. Тон. Ты железом, да, у нас управляешь? Артефакт у тебя какой мощности? Сила 43, да, отбрасывание. Смотри, скорость 17. Отбрасывание 182. Ни хрена себе меч. А здесь... Скорость меньше, сила отбрасывания меньше. Я думаю, что она сама увеличивает силу одетого артефакта. То есть не все так просто. Ну ладно, может кто-то у нас металлом займется. Пилюля кражи. Так, что нам духа? Что, у нас же бакряк надумал что, не? Надумал что-то, пойдем посмотрим. Что-то там надумал. Так, мысли у нас сперлись. И сейчас будут появляться новые мыслишки. Так, с рецептором. То есть можно стирать придумалкой, чтобы до 40 не доходило. Окей, понял. Так, его надо отправить наблюдать. Подальше. Ой, за спящим гулянием подглядываем. Он спит. Он за Тиу Сенбай пойдем подглядывать. Настрой главного всех зашибет тыльский. Зато им скучно, обычная комната. Приятно поболтал. Чат называется. Какое приветствие, приятная температура, в кучу благоприятной и великой мечта. Изысканная еда. По душам. Приятный, сдержанный. Короче, у нас все в мире живут и согласие. Хорошо.
где лягуха? Что он там делает? Так, я иногда ем целебную траву, когда она полезна. Ну, ешь. Хотя вот так ешь. Играюсь с вещами, с игрушками. Край. Ем грушу, жри грушу. Ну, целебные травы тоже у нас. Хрена здесь растет. Вот он ест ее. Целебные травы у нас повсюду. Васька можно, кстати, накормить. Видите, есть пилюля просветления, да, у нас где-то тут пилюля лета, например. Эликсир. Угу, позволяет животному обрести глубокое понимание лета и ощутить собственную мысль. Смотри, мы сейчас берем Васька, попробуем. Вот. Как нам животных, да, оживить к мыслям. Так, пускай идет Васек, ест пилюльку. Кто-то принесет ему что-то? Да, он научится. И где пилюлька? Вот, видите, все, Васек осознал свою первую мысль. Любит сидеть дома, не любит других животных. А, то есть нам надо было просто пилюльку дать коту, и у него появится первая мысль. А потом перейти в интеллект, мысли мышления посмотреть его, ну, дальше уже потом не трогать. Таких животных можно завести много, да, они периодически приходят к нам в лагерь. Мы просто кормим им пилюлю какую-нибудь, мыслительную для животных, и они начинают у нас мыслить. Так, по выносливости я, знаете, что понял, нам... Вот этому парню надо дышать. Дышать возле воды, пока идет дышит. Я не знаю, я этих магов не практиковал. Где не нужно дышать вообще? Кто не знает. Пускай здесь идет дышит. Подышит немножечко. Может надышит себе выносливости. Так, сейчас 75. Вспоминаем. О, эссенция. А, он при дыхании получает эссенции. Документ он эссенцию получил за рождение эссенции солнца. Это сущность. Где у нас? Главное, что у него нету никакой... практики. Ну давай плащ оденем. У нас тут плащ где-то лишний валялся. Сожрить. Он может жрать целевой предмет и извлекать из них сущности с помощью сильного тела. Это связано с уровнем понимания, степенью перестройки пищеварительной системы. Во как. То есть у нас как дух он может что-то сожрать. Он хлопок может весь сожрать. Или что? Рубашку может сожрать. Корень лотоса может сожрать. Копье. Давай копье сожрем. Сколько у него ки? 93 мало ки. Вот это вот если сожжем. Железную руду. Что со мной будет? Ки 200 с лишним. Давай попробуем. Мы просто никогда ничего не жрали, а он же что-то из этого извлекает. Так, в данный момент вот я вижу его. Эссенция добавилась в солнце. Выносливость 77. Давай еще что-то сожрем. Мышей не можем сожрать. Мух можем сожрать. Хлопок можем сожрать. Надо додуматься, что сожрать такое белая ткань. Давай белую ткань сожрем. Дошел такой эссенция дерева, нихрена так. Что эти эссенции нам дают, я не знаю у этого мага. Он, по-моему, их использует в бою. Насколько я помню, нестабилен.
ты у нас медитируешь вообще? Давай голову, мышцы головы попробуем. Сущности. А, можно добавлять сущности. Эссенция металла, например, да? Металлическая голова, что ли? Выносливость, эссенция металла, вот так вот, акупунктурное изменение. Отвергается тело, прокнул, использует бессмертную эссенцию, чтобы сбросить все результаты переделки определенной части, чтобы вернуть ее в смертное состояние. Нет, наоборот, изменить голову. Через одну секунду она будет изменена. Так, мужчина-лягушка, что там у нас страдаешь? Опять жарко ей. Так, гашение при помощи мышц головы прекратилось. Недостаточно выносливости. Недостаточно эссенции. Эссенции тебе недостаточно. И немножко выносливости, да, мы потратили. Пускай, короче, почаще дышит. Могущественных практик, ни хера себе. Могущественных, это что же за атака такая? Ну, на чистки ци, какие они могущественные. Что у тебя за артефакт? Слабенькие артефакты, могущественные. А ты кто? На чистки ци, он повыше. Вообще ни хрена нет, но есть артефакт, но только не слабенький. Так, а Янь-Вань у нас как раз путешествует. Ладно, хер с тобой, Янь-Вань. Понг Юшу, идешь, избиваешь тут всех. Да, вот так, кулаком. А где второй? А, погоди-ка, здесь еще один есть. Сгущение ядра. Мы не на того нападаем. Хуй я себе. Уцуань, ты сразишься с ним, пока те вырубают. Гуин тоже нападаешь сюда. Ядрен батон. Вот это нападение на нас. То есть вот эти два лоха и один очень могущественный практик. А какой у него урон? Так, у него деревяшки, но сила артефакта небольшая. Но у него есть знания. Чего знания там есть? Состояние сгущения ядра. Что ты делаешь? Добродетель обретения корней трактат. Увеличение телосложения. Ну, я даже знаю, кому эту книжку отдадим. Так, прилетели. Битва началась. Видите? Какой кулачище у него, тайное тело открывает. Так, состояние надо смотреть. У нас Шан, так, вот этого Шанцы надо у нас свалить. Так, битва идет, никто вроде бы сильно не пострадал. Куда у нас переместился этот? Так, этот атакует. Эти дерутся. Понг Юшу немножко пострадал, я вижу. Так, вообще позиция, смотри-ка, стойка атаки. Что он... Так, теперь сражаемся с ихним лидером.
Так, его добить нахрен надо. Не дай бог, он воскреснет. Так, он умирает. Так, этот себя восстанавливает. Видите, он себя восстанавливает. Дыхательное у него там. Так, этих тоже убиваем. Без сознания. А то проснется, испугается, что учителя убили, да? Учитель, я даншу за тебя. И крики такие на всю Ивановскую, как говорится. Так, пускай кулаками забьет. Смотри, сколько цены из них выпало. Все, ты должен был его прикончить уже с одного удара. Так, обыскать. Обыскать. Забрать у них луки были деревянные, на которых наружу они летают в основном. На священные практики, да? Так, где-то огонь у нас опять. Начался дождь. Лягушка, ты где? Жаба крякает, что там? Нахрена, ни хрена она тут надумала. И все бесполезно. Все это нам не нужно. Так, лицом на юг. Луна. Херня полная. Так. Пускай думает. Короче, просто на пустые. Мысли пустые, ни о чем. Кот. Мяу, чувствовал желание, говорит. Так, что у него там? Он еще пока заполняется у нас. Заполняется. Священное, тоскующее оружие, немного счастлив, желание. Так, с культуры лета наблюдай за волнами. Да, Васек у нас тоже медленно думает. Пускай думает. Надо со сколько всего. Главное не допустить полного заполнения. 40. Лягушка там подыхает, бедняжка. 27 градусов, что тут подыхать? Так, у тебя мыслительный процесс не может спать. Как ты можешь наследовать за кем-нибудь? За Хутуканя можно следовать, не? Уходи за их хуй ушел. Следовать нам достанется больше мыслительных процессов от лягушки, чем она на месте сидит у нас, я так думаю. Так, спит, что у тебя там? Намеры? Так, по ресурсам у этого психика нестабильно, но он должен сам восстанавливаться. Истинная цель вообще не может функционировать. Мы используем физические свои способности тайного тела. Выносливости нет, стабильности нет. Как он отдыхать должен? Ну, надо специальный храм строить, блин, что ли? Пожрать. Что можем пожрать? Васька, можем пожрать? А духотворенный блок не можем, одежду можем жрать. Всякую фигню едим. Так, целебную массу нет. Немножко лотоса, если съедим. 15. Деревянный мотыгу. Ой, хлопок она вернет. Хлопок. 79. Выносливость восстанавливается, как я понял, автоматически. Но очень медленно. Потому что у нас зависит, по-моему, от потенциала. Потенциал у нас изначально был не очень. Так, сколько температуры у нас здесь? Так, сожрал.
эссенции получится. Почему у нас Лиан Шен спит на улице? Грязно спал на земле, мог. Только пошел отсюда. Короче, надо вылавливать тех, кто спит на улице, чтобы у них настроение не такое хреновое было. Прерванный сон сейчас будет. А, у нас доски кто-то делает. Молодец, Лиан Шен и делает их. Что там пить? Так, кто у нас тут тренируется? Ага, большая медведица на железо. Путь большой медведицы. Так, где панацея, закалка духа. Ну, мы еще никуда не продвинулись, зато у нас есть дарости. Что-то у нас Янь-Вань там задержался. Тебе бы чуму не принесли. Цейгуэй нянь. Требует много времени. Время 09. Джай Юцин, самый быстро передвигающийся у нас чувак. Так, и в странствиях покорителя ветра. Тоже приключение. Время ни хрена себе. Пока мы дойдем, короче, там все это закончится. Так, и потом, когда все вернутся из приключения, пойдем и кого-нибудь отпыздим. В состоянии духа победим. Лэншей. А мы зонтики вообще делаем? Нет, мы же зонтики. На мозаике у нас теперь есть. Давай зонтики. Раз, два, по 10. Больше зонтиков, если что, продадим. За столом болтают. Разговоры тоже не переведены. Можно было даже подглянуть, о чем болтаю, да? Давай ученика пошли. Надо запомнить это. Глянь, что здесь летает. Слаки пингор. Землетрясение на диком юге. Так, зашли. Да. Будем работать на... Так, пустая тайна, что-то там открыл. Генерально, так, окей. Собрал пшенички. Решение у нас до сих пор страдает. Так, у нас есть в лагере из священников, кто умеет настроение поднимать. Точно не поднимет. Очищение разума требует... У него за большая медведица какая-то ограниченная, блин. Тоже вроде металл. Мыслишек и все бесполезные, да шибенно. Так, давай выберем что-нибудь самое необходимое. Так, глобальная выносливость этого тела, скульптура. Наблюдая за волнами, количество, так, секретных тел, оборонительных тел, тоскующие. Куда?
удача. Так, запомнил восхищенного, испуганный. Надо сокровище, немного счастлив. Удачи. Так, мечтающий, удача, бонус за достижение, все будет снижено. Земля, так. Нет, зима, кстати. Гарри часто множитель интеллекта, понимания, скорость приведения, выносливость. Так, выносливость будет замедлена. Ну, давайте это вот возьмем, все. Все возьмем, так, остальное скопится. Так, и Васька надо тоже привязать, наверное, знаете, кому. Привязать за Онгюшу. Гулять за ним. Так, где мои? Лягухан, жабокряк, что у тебя там, как осколков вообще нет? Ты как ты до этого докатился? Там у него, а, у него мышление 550 секунд. Ему надо подумать, и осколки у нас очистятся до нуля, и он заново начнет думать. А потом мы его привязали кому-то. Следовать. Так, тоже давай-ка ты будешь ходить за вот этим нашим йогом, чтобы мы знали, за кем он будет. И Васек, и лягушка, короче, будут ходить за нашим йогом. Васек пришел, залез прямо на кровать, что ли? Секреты чума сеет хаос. Японский город. У меня нету золотого ядрата. Кого я отправил туда? Джайдзин. Я вот не помню. У меня, по-моему, нет золотого ядра. Или есть у нее золотое ядро? Скреснемся. Есть, значит, нам повезло. Фуф. Ну и репутацию секты мы улучшили, кстати. Поссорились с храмом Голубого Лотоса, с Ямой Судьбы, с демоническим храмом, с сектой Ликующей вообще охрененно поссорились. Умеем заводить друзей, называется. Так, популярность за эту престижку у нас подрос. Школа 500, обитель бессмертных 2000 надо. Тут было престиж, школа сейчас 1000. Так, ну что, на щедрый переключиться. Просто 5000 всего, должны уметь готовить хорошо. Ну, там дождь мешает. Тайгу воянять, как у тебя состояние? Так, ты разбудишь. Попрактикуйся. Нужен еще один одаренный маг. Джиудзин получен заголовок «Поглощение воды совершенный». Обалдеть, мы теперь стали артефакты забирать у них. И вот эти секретные письмена, которые они все время там... Зонтик у нас лежит. Так, там зонтик. Янь-Юань у нас психика, единственное, что промысла. Где у нас Конг Вьюшумим беженец? Так, отлично, беженец. Где он? Need help.
Так, фермерство неплохо, все неплохо, навешены. Вообще отлично. До 40 градусов выдерживает, а морозов до минус 5, минус 19. Понимаем. О, великая школа, о, великая школа, примите меня к себе. Так, берем. Джай Юнсунь, что с тобой спишь, блядь? Что такое случилось? Спал на земле, скука. Так, здесь у нас лимит какой-то надо был достигнуть. Отлично, попробуем. А, прорыв не получится, потому что у нас хреновое состояние. Подожди, вроде все нормально. Шанс 10%. Рассудок типа у нас в хреновом состоянии. Ну давай иди, развлекайся. Пойдет поразвлекается, песни попоет. Так, вот у нас трактат новый. Секретное руководство. Что-то мы там еще натырили больше всего. Бумажный талисман. Так, пилюля кража духа, это что такое? Чехол у нас. Сила артефакта 21. Мехеровый артефакт. Как небо показалось, да, на рынок. Мы можем продать несколько артефактов. Так, альт зажимаем, смотрим, что у нас где валяется. Так, почему-то здесь это не забрали. С неба упал луч света, чтобы это могло быть. Это артефакт, блять. С чего это артефакт? Из металла. Мощность нихера себе 37. Емкость ци. Скорость поворота, скорость полета медленная. Сила отбрасывания так себе. Так, посмотрим, кто у нас обладает какими артефактами. Так, у тебя земля. Стихия твоя. Металл. А что ты с земляной херни ходишь? Сила артефакта ТТН. Так. Сила отбрасывания единственного высокого. Чудесно, обычный. Так-ка ты вот эту штуку возьмешь себе. Go in reach limit. Так, у нас теперь... Мы на лопате летаем? Подожди, что за херня? У нас оружие, что ли? У меня тоже уже есть. Почему на лопате летим? Что за фокусы? Смотри, и мощность артефакта увеличивается сразу же. Единственное отбрасывание такое же осталось. Ну, объект исключительный артефакт. Душная, грязная. Кстати, мы решить проблему с грязью-то собирались. Пол. Так, что же здесь? Постелим мозаику вот такую. Отменить. Мы не с того делаем. Так, кристалл духа. Где у нас огнемет? Дерево. Очень много мозаики, из него и будем делать. Нам надо застелить все дорожки. Цель. Чтобы вы понимали, да? Что они ходят-то у нас по земле. А по земле они ходить не должны. Это двор. Внутренний двор в китайских всех вот этих постройках, он всегда устилался... материалом, в общем, стилали его. Чтобы не было грязи. Так. Вообще должно хватить нам частично все это перекрыть.
по складу у нас, на складе грязно и нету света, кстати, у нас. На складе нету света. И грязюще у нас тут. Так, вроде все. Устелили. Так, на кладбище. Такие дорожки сделаю. Грязно, конечно, будет и на плитках, но не так, как по грязи тупо ходить, да? Вот они начали строить, наконец-то у нас будет везде плитка. То есть топтаться так уже не будет сильно, если мы все застелим так здоровую кучу. Погоди-ка, это что за беспредельщик у нас там библиотеку опять крушит, изнасиловал кабана, только что видели, вы стали свидетелем жесткого насильственного акта. Так, добей-ка его. Всё. Последний раз ему засадил, как говорится. Саня, уйди-ка отсюда. И здесь надо все это теперь переделывать. А благодаря этим животным, блин. Так. Здесь надо тоже полыном. Как-то некрасиво. Так, все. Сейчас все спят, потом начнем дальше строить. Здесь уже половица есть, уже позатоптали ее, конечно. Так, я вижу там кот вместе с товарищем. Ну-ка, что у кота там? Уют ему тут, в принципе. Уютно. Мне уже до хрена мысли, давай-ка подумаем. Так, а где лягуш? У лягушки тоже много мыслей. Да, мы можем теперь синюю мысль продумать. Синяя мысль. Озабоченный, что она нам даст? Харизму, да, поднимет. Давай о харизме подумаем. Синий нам все равно где-нибудь пригодится. Что будем думать? А думалка сбрасывает мысли. Так, ну что, на сегодня я посмотрел, мы долгое время уже с вами снимаем, и я буду останавливать видео. У нас теперь два животных, приключения. Я думаю, в следующий раз пойдем в битву против вот этих демонов, которые у нас в задачах есть, демонов-духов. Поэтому до следующего видео по игре. А не забываем ставить лайки. Также подписываемся на канал. Кто не подписан, помогает развитию канала. Не забываем, конечно же, это делать. Вам не сложно, нам приятно. Так что увидимся в скором видео. Всем пока.